На встрече с представителями полиции депутаты со всех районов Самары. Силовики докладывают, за год от жителей поступило более 18 тысяч обращений. Это на 3 тысячи больше, чем в прошлом году. А значит, доверие людей растет. Как правило, все сообщения, все обращения говорят о каких-то правонарушениях, о каких-то преступлениях, о каких-то просто неправомерных действиях. Поэтому мы должны на это реагировать. Для общественной безопасности в Самаре сделано немало. Городские власти в прошлом году реализовали целый ряд новых проектов. За прошедший год сделано немало. Здесь местные власти не оказались в стороне. Вы знаете, что установлены опорные пункты охраны правопорядка. Мы с вами участвовали в открытии этих пунктов. Они работают эффективно. Развивалась система ДНД. Мы в дальнейшем готовы эту систему развивать. Увеличить количество патрулей в отдаленных районах города, использовать новые методы в борьбе с наркоманией. На встрече депутатов и полицейских звучит немало предложений. Сегодня районы получили самостоятельность. Они сегодня вправе приглашать уже руководителей районных подразделений милиции для отчета к себе на сессии. И тем самым еще ближе и четче уже непосредственно по каждому адресу в городе, в своем районе, то есть спрашивать, какой результат был достигнут по тому или иному запросу депутата. Увеличить количество патрулей в отдаленных районах города, использовать новые методы в борьбе с наркоманией. На встрече депутатов и полицейских звучит немало предложений. Встречи участковых с депутатами будут проходить регулярно, а значит, решать вопросы безопасности в городе будет проще. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, «События».